Всем привет, с вами Лев, ребята, и в принципе я сегодня продолжаю играть в Майнкрафт, я играю в Тропик, да, прохожу сегодня карту, и в принципе сразу хочу сказать то, что я, ну, как бы, уже собираюсь снимать ролики почаще, потому что, ну, опять 9 дней не было роликов, а может быть даже и 10, не знаю, когда выдержу, снимаю я в 23 сентября, да, уже месяц практически прошел, да. А я за это время только сделал, получается, 3 ролика. Ну, это 3, да. В принципе, ладно, ребята, я болел, и поэтому не мог снять ролик. Я хотел снять сразу, там, я не знаю, ну, не сразу, ну, хотя бы через 3-4 дня снять еще один ролик. Но, как видите, прошло опять больше недели. За это я извиняюсь, я сегодня пройду карту. Давайте наберем 9 лайков. 9-10 лайков, да, в принципе, у нас уже 1-1-1 подписчик, 11 подписчиков, я думаю, то, что, ну, спокойно можно набрать 10 лайков, да. Тем более, последние ролики набирали тоже немаленькое количество лайков, да. Ладно, все, не буду бесить вас лайками. Я хочу сказать про то, что я, как бы, уже я, ну, как-то... Так, подождите секундочку, мне надо осторожно упасть. Ну, я очень легко попал вот в водах, в принципе. Хорошо, я вот этот уровень проходил, я просто проверял карту, как она работает, как все это. Дальше я не пробовал. Вот здесь я не знаю, как я пройду, короче. Ну ладно, давайте попробуем. Так, давайте. Опа, вот так вот. Ну, а как это я, подождите, проходить? Я что-то не понял. Не понимаю вообще, подождите. То есть надо как-то... Капец вообще. Это же сложно. Блин, что-то я намутил не то. Короче, раньше когда-то я... А как это проходить? Подождите. Ладно, ладно, окей. В принципе, когда-то я, ну, то есть месяца 5 назад я снимал ролики такие вот другие, то есть они были какие-то не с таким монтажом и так далее. И в принципе, вообще у меня на роликах обычно нету дизлайков. В принципе, на прошлом ролике был дизлайк. Как бы мне вообще пофиг на дизлайки, но я просто хочу посмотреть, типа, как вам нравится или нет. Сейчас появится подсказка, любите вы ли ролики с монтажом или нет. Может быть, мне наоборот не надо делать ролики с монтажом, тем более ролики будут выходить тогда намного чаще, потому что, ну, как бы над монтажом я стараюсь, я очень устаю. Ну, как бы монтаж я все равно буду делать, но в том смысле то, что не такой сильный, то есть чуть-чуть буду делать, да. Я не понимаю, как это пройти, подождите. Это вообще возможно пройти? Мне кажется, мне придется как-то вылезать или что делать-то. Потому что, ну, я влезаю в эту хрень, я как вообще по-вашему это тоже делать? Окей, давайте. Надо подумать, как все это сделать, вот реально. Я, короче, сейчас вроде бы как-то со звуком проблему решил. Не знаю как, но я уже сделал 11 смертей. Фейлов 11. А что мне делать-то? Я реально, подождите. Что мне делать, если... Ну просто, я не понимаю, как это проходить. Подождите. Как это пройти? Подождите. Может, тут что-то есть? Подождите, а давайте попробуем на красные штучки упасть. Альбасы, они не просто так здесь. Здесь, наверное, какой-нибудь слайм будет на этих штучках, да? Полибас. Вот я просто так думаю, потому что, ну, это... Я говорил вот это... Все, все, вы спалились. Ребят, все, я понял, как проходить. Я не буду, наверное, особо вырезать в этом ролике что-то, да? Сделаю ролик для вас большой, наверное. Не знаю, какой он получится, большой или маленький. Но, в принципе, я постараюсь его сделать побольше. Блин, не долетел. От лавы умер. Это плохо. Ладно, думаю, надо сразу прыгать. Вот, опа. И потом сразу прыгаю. Да, да-да-да. По-моему, я... Ну я близко был, то есть я был близок, я просто сомневаюсь. Так. Не, подождите, а как это проходить, если как бы я пытаюсь. Ну, вроде бы я все правильно делаю, то есть вот раз. И сразу я начинаю. Да. Это возможно. Надо просто. Ну короче, ребят, я почти прошел. Это что сейчас было? Подождите, что это сейчас было? А почему я тогда, кстати, от лавы люблю? Может быть, у нее глубина какая-то сильная? По-моему, от лавы ты в любом случае умираешь. Так, окей. Да вы везде один блок вперед, ну?
Ладно. В принципе, напишите в комментариях реально, интересно ли вам с монтажом, смотрите без монтажа, или вообще все равно, типа, как хочешь, так и делай. То есть я хочу иногда делать ролики с монтажом, то есть я много монтажа буду вставать в ролик, но это будут какие-нибудь отдельные ролики. Ебой, все, я это сделал, чекпоинт, слава богу. А, еще по кухне надо пойти, найс, вообще супер. Окей, я, ребят, я все понял, да, все очень хорошо. Чё? Это чё такое? Алло, ребят, что-то, по-моему, я... Чё с картой, подождите. Это так и положено? Подождите. Это так и положено, да? Дырочек здесь никаких нету, да? Подождите, это какой-то баг, да? Я скилл пропишу. Почему я здесь-то спам? Окей, ладно. Ребят, может быть на кнопку успеть нажать? Давайте. Ну, блин, я думаю, это возможно. Я думаю, что это возможно. Да, ну как-то хорошо, я багов пока не вижу. То есть обычно я скачиваю карты, там куча багов, потому что я не знаю, кто их делает. Может быть, школьник делает, а я их пытаюсь. Блин, капец. Ладно. То есть, ну как-то вот, то есть я вот в эти ролики так посмотрел новые ролики какие, посмотрел и старые, то есть они вообще разные стали. Я за эти 5-6 месяцев очень сильно изменился. Мне, если честно, на канал стало немного пофиг, то есть, ну не знаю, раньше, то есть я как-то старался прям каждый день, да, то есть, не знаю, когда-то каждый день снимал ролики, это было полгода назад, да, потом раз в день очень долго снимал, но... Я думаю, вы понимаете то, что сложно реально так все делать. Ну все, это да. Это все очень сложно. Давайте. Ага, это изи, окей. Ладно, попробуем. Давайте, мы не будем тупить так. Не хочу Да блин. Капец. Кстати, забыл сказать то, что у меня новый скин. Вот такой вот, да, скин. Он, правда, он такой же, как и тот, только, ну, этот кажется немного лучше. Я на самом деле просто когда-то, ну, за час где-то его взял и заменил, потому что, ну, почему бы, в принципе, не... Ты так не делай! Скорость не дается, подождите. Вы что, издеваетесь? Блин, карта какая-то жесткая, подождите. Здесь, по-моему, всего лишь 4 уровня. Это возможно, ребят! Это возможно. Это возможно, окей, давай. Нихе... Вы видели это? Капец! Вот это я, конечно, жесткий, ребят. Да, нет! Блин, я почти прошел, ребят, ну это... Подожди-ка. Блин, а тут надо на везение, я не понимаю, на везение ли... Что? Подождите, я реально не понимаю. Так, отойди. Скорости нет, все, по... Я очень молодец, окей, подождите. Разберем такие... Опа! Нет, надо, короче, как-то... Я что-то неправильно делаю, подождите. Надо вот так вот, опа. Вот, вот так вот. То есть не сразу нажимать на прыжок. Так, давайте. Так, наверху ничего нету. Это мало ли что. Что за подстава? Алло! Я думал, что любое место прыгнуть можно. Подождите. Не надо так делать, пожалуйста. Ребятки. Я буду какую-нибудь путку в ролике добавлять. Да? Напишите в комментариях, то есть. Я посмотрю по лайкам, я опять забыл, что здесь нельзя. Ну, то есть, напишите, как вам такое, да, может быть, вам такое тоже нравится будет. Прохождение карты тоже делать будут, только, ну, я не знал, что мне записать из мини-режимов, потому что, ну, блин, очередной Skywars, либо Dwarfs, ну, что-то особо не хочу. Вот голодные игры исходят. Да, я молодец, я 45 смертей сделал. Ребята, я скину ссылку на карту, если кто-то захочет пройти, проходите, и потом напишите в комментариях. Так, напишите в комментариях то, что сколько вы смертей сделали. Полюбас меньше, чем я. Ну окей, желтый портал. Это типа, а, ну рай, да, это рай. Хорошо. А что надо делать? Я вижу. Что? Это стекло? А где вода? Подождите, я не могу даже подумать, потому что слишком сложно думать. А, окей, тут можно вот так вот сделать, окей.
Спасибо. Это слайм. А куда? На дом, да? Куда? Алло, куда? Подождите, я ничего не понял. Куда мне надо? Вот тут я могу просто упасть. Где? Нужно же кнопку найти. Это такой жесткий дропер, потому что здесь и кнопку надо найти, все такое. А куда запрыгнуть, если типа не получается? Может быть где-то вот. Ага. Ну тут я не умру, окей. Так, подождите. Надо искать кнопку, ребят. Кнопку ищем. Она может быть спрятана. Вау, один поинт нашел, отлично. Вот видели, да? То есть я начал искать, что-то нашел. Ебой! Да, это жестко, короче. Все, ребят, идем. Ага, Зельд, это последний уровень. Блин, ну карта маленькая какая-то. Окей. Да я посмотрю, сколько идет видео. Может быть, я вырезать ничего не буду. Может, у меня две карты есть. Тихо, ты так не делай, подожди. Не надо так делать. Подождите, дайте, я подумаю. Ой-ой. А что надо делать-то? Так, ага, там нету самого. Ничего так. Здесь просто для красоты это все сделано. Может быть, поинт найду. Наверное, надо было 4 поинта найти. А я один нашел. Молодец. Красавчик чуть-чуть. Опа, а, сюда надо. Еще один поинт. Отлично. Ну значит, здесь больше поинтов. Или просто здесь на. Ну короче, не знаю. А, я ж не на этой карте поинт получал. Ну значит, 4 все-таки, окей. А что надо делать? А, надо упасть. Это гениально, окей. Ага. Все вроде бы, поинты есть. Может прыгать. Я чуть не умер, капец, молодец. Капец, молодец, окей. Так, все, я затащил, ребят. То есть вот такая вот. Это что? А что там? А, это посмотри, да. Блин, вот как-то так, ребят, вот какая-то такая карта. Все это можно сломать. Да, вот так вот. Сломаем все это, я уберу. Ну, короче, как-то так, ребят. Не знаю, как вам, ну, надеюсь, понравилась такая вот карта прикольненькая, да? Скину в описание. А, что меня тошнит? Подождите, это что-то другое? Подождите, подождите. Или нет? Хватит. Что со мной происходит? Что у меня страшно? Или это какая-то новая карта? Подождите, по-моему, новая карта. Первый левел. Точно? Я что-то не помню, что. Ну, все-таки, наверное, надо было 4 поинта найти. Ну, короче, 50 смертей я сделал. В принципе, давайте я сейчас посмотрю, сколько я уже записываю это. Может быть, вырежу какие-нибудь моменты. И, если что, запишу вторую карту. Погнали, ребят. Ребят, мы находимся на второй карте, и в принципе, окей, так, можно старт нажать, это у нас что? Ничего не понял, короче, как выйти отсюда? А, вот, не заметил, окей, ну это кто делал карту, да, окей, в принципе, хорошо, давайте сразу же начнем, да, давайте сюда нажму, везде нажму, короче. Окей. Чекпоинт. Я понял, вот хитрый. То есть на одну кнопку ты бы умер, а на другую. Капец! Вы что так делаете? Ты не пугайте меня так. Я себе уже ноги переломал. Прикиньте, я на эту палочку попал. Стеклянную. Это вообще жестко. Да. Давайте. Чё? Ну тут пол сердечка ставит, то есть, наверное, так и задумано, типа, делаем, да? Ух, мать, я ж боюсь, реально, я очень боюсь. Решил карту пройти, потому что тут прошлые две карты, они не очень были. Как? Нифига жесткий, ребят. Ну капец, реально. Это чё? Чё? А, почему я в воду попасть не могу? А, ясно, надо было. Окей, все, понял. Тихо. Так, подождите, туда можно умереть. Туда, если нажму, можно погибнуть. Так, ну ясно, типа тут. Вот как можно было умереть, короче, окей. Чё там? Ага, чекпоинт я сделал. Теперь
я здесь спавниться должен. Окей, ребят, а что это за какие-то простенькие уровни? Я, кстати, не знаю, сколько здесь уровней. На той карте было всего лишь 4. Здесь как-то я побыстрее прохожу. Полегче. Да. А куда нажимать-то? Где кнопочка? Кнопочку дайте. Я ее просто не вижу, да? Ага, не вижу, да. Я ее, правда, не вижу. Спаунпоинт. Это что? Ночное видение. Ну, давайте ночное видение. Не знаю зачем. Подождите, блин. В них полибас что-то есть, я вам отвечаю. Какой-нибудь алмазик или что-нибудь такое точно есть. Типа, полутаем. Я думаю, то, что у них что-то все-таки есть. Поэтому почему бы и не посмотреть. Ну, на самом деле, это просто, потому что ты просто вот так вот прыгаешь. Упрыжки вот так вот падаешь. Упрыжки восстанавливаешь. Ну, что, ну, сложность я не менял, если что. Если скачаете карту, это будет как гу, потому что у вас будет изи стоять. Ой, не изи, а писифал. Так, окей, вот кнопка. На всякий случай я буду и на спаунпоинт нажимать. Кнопка. А, он бесконечный, окей. Вау, вот это, конечно, жестко. Так, окей, стрелочку вижу. Все, я умер. Давайте, слушайте. Смотрите-ка. Можно вот сюда упасть и просто похилиться. Потом еще куда-то упасть. Я как-то вот так вот хитро и прохожу эти дропы, да? Так вот как-то бегу, так вот. Ой, чуть-чуть не умер. Подождите. А, это какая-то подстава, да? То есть туда я упаду и ничего не будет, окей. То есть... Подождите, я ничего не буду. Эта кнопка здесь должна быть или нет? Это как-то забраться надо, да? Я что-то не понимаю. Чё надо делать-то? Так, давайте попробуем упасть. Я, по сути, должен сюда упасть. А, блин, я думал... не пугай. Короче, я думал то, что я просто упаду. Видите, какие тролли? Это рабочие, нет? Командные блоки не работают, видите? Они просто для красоты здесь сделаны. Тихо, тихо. Я вот так вот как-то буду падать. Так вот. Хитрым способом. Не буду воду, короче, вообще. Ноги себе переломаю лучше. Да, ну давайте похилимся, окей. Как-то так я их делаю. Ну, я первую карту выходил. Да. Ну, как-то так, ребят. Ой. Бесплатно, ребят, как-то так. Хорошо, где у нас все это? Где кнопочка-то? Где алмазные блоки? Так, здесь я точно упаду. Провиять я не хочу. Здесь, кстати, я не знаю, сколько слепей. Да. Давайте, ладно, попробую. Блин, я думал, что здесь тоже будет невидимые блоки. Окей. А что за подстава? Где кнопка-то? Алло. Кнопочку верните, пожалуйста. Чё там за табличка? Подождите. А, она ниже, вот. Окей. Так, похилиться я немножко. Давайте вот на это упадём. Чё здесь? Пустая табличка. Окей. Что-то я не понимаю, где кнопка находится. Она должна внизу находиться, по сути-то. Вот этот уровень, конечно, сложный, ребят. А, подождите! Стойте, я же его проходил. Секундочку. Я его проходил, я чуть думал, что это один и тот же, нет. Все, успокоимся давайте. Так, хилимся. Ой, чуть не умер. Окей. Постепенно вот так вот сделаем. Так, что тут? Ага, тут еще стенка. Так, смотрим. Давайте сюда упадем. Надо посмотреть везде. Может быть, где-то есть кнопочка. Так. Окей, я комментировать разучился, ребят, постоянно то, что я буду какую-нибудь дичь нести или что-то непонятное повторять 10 раз, потому что реально очень сложно комментировать. Тем более после болезни, я только вчера сел за комп, начал тут что-то играть, что-то смотреть. Всякое, да? Ой, дождь тут. Я думаю, дождик нам не помешает. Подождите, вы расскажите, пожалуйста, мне, где находится кнопочка?
Ну вот сейчас подстава, вот непонятно, подождите, где кнопка это находится вообще? То есть вот это я, кстати, я не понимаю. Может мне на панту поставить что-ли, поискать? Я даже не знаю. Я, короче, в прошлом видео и позапрошлом я микрофон трогал. И, ну, то есть я остановил запись, трогал микрофон, там через какое-то время продолжал. Нифига 200 FPS. И то есть я как бы из-за этого звук плохой был. Только видео по скайбарту еще более-менее какой-то был звук. А вот по выживанию вообще ужасно. Мне он вообще не нравится. Звук очень плохой включился. Может быть где-то в воде что-то тут есть. Я не знаю. То есть, вы знаете, где кнопка? А, подождите. Я молодец. Догадался то, что не всегда могут быть. А это все что ли? А, это все? Фига себе. Что это такое? Дайте! Я думал, что здесь прыгать можно, подождите. Оп, собака. Ага. О, элитка вообще жестко. Что здесь? О, фейерверки. То есть я где-то ли. Ты что делаешь? Это где я? Алло, подождите. Что меня ударило? Подождите, где я? Что я? Подождите, какая высота? А, вниз. Я понял, я слишком... Тихо. Ой, ёпта. Не-не-не-не-не, я хочу сюда попасть. Чё ты бьёшь-то меня? Чё ты меня бьёшь-то? Ай, я умер! Блин, капец, жёстко, короче. Фу, ребят. В принципе, я думаю, на этом мы закончим. Я прошёл две карты. По 4 уровня, я так понимаю, да? Это четвёртый уровень, блин, да? Ну, короче, как-то так, ребят. В принципе, как бы... На этом всё, ребят. Всем спасибо. Из-за чего я умираю? А, фейерверки, блин. Меня, да? Больно, наверное. Оп. Ладно. Да блин, чё я разлетелся чё-то. Вот, полетели вниз, короче, вот так вот. Ай, больно ноге! Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился этот ролик, да, это. Короче, ребят, всем спасибо. Пока-пока. И увидимся в следующем видео. И следующее видео будет летсплей, четвертая часть. Не летсплей, а выживание, ну, как бы это, и летсплей. В принципе, ребята, всем спасибо. Пока-пока.